Вечер добрый. Да, уже вечер. Вернулись из леса, пока поели, попили, туда-сё. Ну, вот сейчас разбираем дары. Вот пришла лесные. Пора переработки. Так. Вот смотрите, сколько мы чешуйчаток нарезали с одного... Как это? Ну, в одном месте они попались, и всё. С одного бревна, может. С одного бревна. Вот. И я их хочу засолить. Да, мы посоветовались, то мы рассказываем, как мы их солим. А, собственно, что рассказывать? Давай, говорит, покажем. Вот и решили, что собрать. Тем более, что сегодня они очень хорошего качества. Да. Они такие зрелые, но не старые. Да. Есть и молоденькие. Угу. Вот. А, как будем солить? Ну... Мы, во-первых, берем только шляпки, потому что ножки как-то, ну, жестковатые и невкусные. Берем шляпки. Мы, во-первых, во-вторых, уже отвалим их. Ага. Вот я сейчас разделяю. То есть солить горячим способом. Конечно, горячим, потому что надо слить вот этот вот отвар, немножко горечи убрать и немножко... слизи какой-то. А уже потом будем солить. Но варить я буду недолго. Ну, минут 5-7, ну, может, 10 от силы. Угу. Вот. После того, как они остынут, буду их солить. Ну, этот весь процесс мы покажем. Вот. А сейчас идет просто сортировка. Ну, что вот у нас это здесь? У нас немножко лисичек попалось. Будем сушить. Uh-huh. Немножко опяток попалось, тоже будем сушить. Здесь, вот, у нас здесь солонина. Здесь у нас солонина. Будем это мочить. Будем отмачивать, да. Ну, и чуть-чуть еще вот для жарки откладываем. Ну, да, чуть-чуть для жарки. Ну, в общем, да. То есть сейчас ты пересматриваешь наш сбор. Ну, естественно, кто его знает, вон какие есть огромные uh-huh. экземпляры. А качество? Посмотрим. Качество. О, качество отличное. Угу. Прекрасное качество. Вот. Это чешуйчатка обыкновенная. Это... Фолиота сквороза. Да. Чешуйчатка обыкновенная. Она растет обычно на осиновых пнях. За редким исключением. Ну, на пнях лиственных. И на мертвой древесине. Ее, в общем-то, некоторые боятся брать, считают, что, может быть, она ядовитая, она не ядовитая. Да. Ну, еще бывает такое, что есть как бы такое заблуждение, что ее называют королевским опенком. Ну, это не она, королевский опенок. Вот, королевский опенок – это чешуйчатка золотистая. А, она такая пока блестящая. Пока не встречали еще, но ну, она оправдывает название золотистая. У нее очень красивая, золотистая, блестящая кожица. Ну, я фотографию и пару. Редкие чешуйки, более темные. Но она очень хороша на вкус, в отличие от этой чешуйчатки. Не требует ни отваривания. Не требует ничего, прямо на сковородку и можно жарить. Мы и ту пробовали, и эту пробовали. В общем-то, все нам понравилось. Тут соленая хорошая. Но мне кажется, что обычно мы сирушки-то соленые кладем только чеснок. А в чешуйчатку, я думаю, можно положить немножко укропа. Может быть, смородинового листа. Угу. Ну, кому что нравится, как говорится. Хорошо. Самое главное, мы сейчас их разберем, почистим, сварим, а потом будем солить. Вот такие у нас планы. Ну вот, грибы. Почистили. Вот, перебрали. Да, вот столько у нас получилось чешуйчаток. Много было червивых. Практически не было. Практически не было. Да. Повезло прям. Попали точно в это. Точно во время попали нужное. Mm-hmm. Сейчас попытаемся их в одну кастрюлю уложить. Mm-hmm.
Не надо забывать, воды, что... Воды ты уже налила, да? Вот. Ну, я немножко там налила, если это мало будет. Треть кастрюльки. А. Не надо забывать, что они свой сок дадут. А. Да. Поэтому очень даже ой-ой-ой будет. Ну вот, и эти грибы интересны чем? Что регистрируются случаи, когда после принятия алкоголя возникают нежелательные последствия. Причем само действие вещества не найдено. Антабуса в нем нет, вот как, допустим, в навознике сером. Вот. Но у некоторых людей возникает такая реакция, что после употребления алкоголя расстройство и такая бурная реакция и так далее. То есть, так что будьте осторожны. Вот, это раз. Не пейте. Да. Вот. И еще найдено вещество, которое борется с подагрой. То есть оно растворяет камни вот в этих в суставах. Ну не камни, а отложения солей. Ну, отложения солей, да? Да, пардон. Угу. Вот. И вот используется так сильно, может. Так они это, сядут сейчас. Сядут? Конечно. Ну тогда. И все уместилось. Ну, чуть-чуть осталось. Угу. Обратите внимание, что я не мою грибы. Почему? Да потому что их все равно потом они сварятся. Так. А, вот после варки ты их промоешь уже. Да, чисто. Лучше, когда они отварятся. Так. Вот. И потом уже вот перед засолкой хорошо промыть. Да, вот они от слизи, от лучше всего. Отмоются. Угу. Грязь, если какая-то осталась, угу. То после варки она отмоется. Ой, чуть-чуть бы, ну, совсем чуть-чуть. Вот так. Ну, ясно. Ну, они усядутся. Экзотично, конечно. Чуть-чуть-то осталось-то. Ну, Лёш, ещё одну кастрюлю заведём. Да, ладно, вот еще одну. Хорошо, ставим. Сейчас ставим вариться. Давай отбавлю все-таки. Да. Еще одну кастрюльку. Сейчас поставим вариться. Ну, я уже говорила, минут 7 поварим, может 10. И потом уже, когда они остынут, будем солить. Угу. Хорошо. Ну, все, нормально. Все, сейчас хорошо все. Угу. Так. Тяжеленькие. Так получается-то. Еще бы. Ну, я думаю, надо поменьше. Да? Да. Чтоб не пригорели. Ага, в этом плане. Уж подождем. Ну, вот так, на 800. Ага. Ну, все, варим. Варим. Закипело, да? Закипело. Ну, поварим. Минут 10 так поварим. Минут 10. Угу. Потому что считается, что в сыром виде иногда. В зависимости от места произрастания и от времени произрастания, могут чешуйчатки вызывать кратковременные галлюцинации. Вот так. Вот так. Ну, у некоторых людей. Так что я думаю, не стоит испытывать. То есть это не гарантированно, но такие эффекты бывают. Бывают, да. Да. Вот. Ну и уже мы говорили о том, что чешуйчатки лучше не употреблять с алкоголем. Ни до этого не пить, ни после несколько часов не пить. Почему? Тоже у некоторых людей могут быть симптомы отравления. Да, причем само вещество активное пока непонятно, не определено. Не определено. Чего, но эффект такой? Определен. Да. Вот, так что кто его знает, может вы как раз и окажетесь в их числе. Лучше не стоит, я думаю. Испытывает судьбу. Пусть будет так, как будет. Значит, что обязательно ее проваривать, иначе в непроваренном может быть эффект вот этого вот галлюциногенности и не пить.
Ой, это закипает. Тоже решили закипает. Все-таки на две кастрюльки, потому что что-то. Ну да, чего ж тут. Не влезает так. Вот, еще что можно отметить. Все-таки запах у нее есть. Так называемый фолиотовый запах. Вот запах чешуйчатки. Он, ну как, не всем приятен. Кому-то нравится, кому-то нет. Тут по запаху ничего не можем сказать, что понравится он вам или нет. Но мы, когда отварим, помоем, чесночку положим, укропчику, смородинового листа, вот запаха совершенно не чувствуется. Да, и более того, когда он еще и полностью просолится в готовом продукте, этого запаха нет, вообще совершенно не нет, абсолютно. Вот. Запаха не будет, так что в этом плане не волнуйтесь, если вы учуете какой-то запах. Если люди умудряются там млечник серо-розовый или говорушку дымчатую собирать и есть, и говорить, что это вкусно, ну так чего ж тут про чешуйчатку-то говорить. Вот. Ну вот один из источников информации, которым мы пользуемся, это вот книга Михаила Вишневского «Ядовитые грибы России». Очень ценное издание. Ценное. Здесь рассказано про все ядовитые грибы, про мифы о ядовитости тех или иных грибов, ну и так далее. Вот она, дарственная надпись нам. Да. Ну, подробно очень описаны все грибы, какие у нас есть ядовитые. Очень подробно действие ядов, самое разное. Там в конце дается и русские названия, и латинские названия, и список литературы невероятно огромный. Да, вот список литературы, использованный для тоже огромнейший. То есть это проделана работа фантастического объема. И вот мы с интересом это читаем. Как раз это сведения из книги, довольно-таки свежая, 2017 года издания. На русском языке, посмотри, да? Использованная литература на русском языке, да, это, кстати, на иностранных языках. 3, 4, 5, 6. И из интернета еще. Да. Ну, я не знаю, чего еще можно. То есть быть. Данные, да, обобщены, собраны. То есть вот для этой чешуйчатки обыкновенной вот есть такие интересные наблюдения. Так, ну, что? Я не думаю, что нам надо испытывать судьбу. Пусть как пишут, так и будет. Да, мы варим. Мы варим воду, сольем, чешуйчатки помоем, посолим со специями, и все нормально будет. Так-то она, в принципе, вкусная, мясистая, хорошая. Да, мы уже делали. Мы уже делали. Проверяли. Проверяли. Так что пусть дальше варится. Пусть дальше варится. Грибы у нас... Сварили. Грибы сварили. Остудили. Остудили. Ну, вообще такой рассол. Да. Как это, вот как... чешуйчатка обыкновенная. Чем она? Вот смотрите, какой у ней сироп этот рассол. Ну, это еще не рассол, мы просто сварили без соли. Ну, бульон. Во, бульон. Бульон. Ну, такой. Ужас. Весьма, весьма. Ага, что сейчас предполагается? Ну, сейчас я хочу достать из этого... как это, бульона, потом помыть, а потом буду взвешивать для того, чтобы посолить. А, вот так вот. Да. То есть сварили, охладили. Да. Ну да, потому что горячие, как с горячими работать? А потом будем мыть. Все, понял. Хорошо, сейчас будем мыть. Ну я вот буду доставать отсюда сначала, да, это ведро. Угу. Ух. А так-то красивые, смотри. Ну, так-то красивые, конечно. Угу. Ну, сейчас мыть будем. Все, понял, хорошо, моем. А, ну что, вот грибы промыли. Что так, сейчас? Я сейчас хочу взвесить пустое ведро. Так. Чтобы потом знать, сколько у тебя грибов. 0,28. Сколько? 0,28. Все, понял. 280 грамм. Угу. Теперь. Кстати, вот у нее запах был, вот этот чешуйчатый, сейчас вот. Ну, он меньше стал.
Угу. Ну, все равно пока есть. Есть еще пока. Угу. Вот. Да, вот этот запах, в принципе, он не сильно такой вот чувствительный, но мы его ощущаем. Ну, так, насчет запаха мы можем сказать, что кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то равнодушен. Поэтому оценивать запах, вот мы говорим, фу, какая гадость, да? А некоторые говорят, какая гадость, это так приятно. Поэтому тут трудно сказать. Мы вот мерзким запахом называем, например, запах млечника серо-розового. Да, а кому-то понравилось. А кому-то он очень нравится. Да. Ладно, хорошо. Значит, сейчас твоя задача моя задача сейчас... Взвесить. Ага, ну давай. Так, ну что, ведро у нас взвешено, грибы переложены, да, помытые. Помытые, переложены, и вода там какая-то оставалась, слита. Тоже слита. Так. Теперь взвесим сколько. А, то есть это вот... Почему взвешивать? А потому взвешиваем, что уже много лет и даже десятилетий практики показали, что когда на глаз кладешь соль, то если маленький объем пересолишь, если большой, недосолишь. И наши друзья, например, жаловались, что ой, все испортили грибы, они закисли и все такое прочее. Или уж такие соленые в рот не взять. Вот чтобы этого не было, нужно обязательно взвешивать грибы и взвешивать соль. Так, соли должно быть от 40 до 60 граммов на килограмм грибов. В данном случае килограмм отваренных, помытых грибов. Да, не, иногда бывает так, что вот на килограмм грибов каких? Тех, которые я из леса принес? Да. Нет, вот именно или от вымоченных, или отваренных. Или вымоченных. Вот вымоченных, отжатых, чтобы воды там особо-то не было, ну, конечно, хорошо, до капли. Сколько? Невозможно истребить. Так. Сколько у нас здесь? Сейчас. Ага. 3,67. 3,67. Минус 28. 0,28. Ну там. Угу. Значит, получается 3,400. Да. Ну да, 3,400. Приблизительно. Так. 3,400. Значит, соли. Ну, возьмем среднее значение. Там, например, для сирушек можно меньше соли брать, угу. Да, для черных груздей толстых побольше соли брать, а для чешуйчаток мы возьмем среднее значение 50 граммов на килограмм отваренных грибов. Угу. И получается соли, то есть 3,400, это значит умножить на 50 граммов, это 150 и 400 грамм – это 20. Правильно? Да. 170 грамм. 170 грамм. Ну, замечательно. Вот. Соль тоже отвешиваем. Да. Ну, у нас вот такое ведёрочко весит 5 грамм. Да. Нам надо 170 грамм на это количество грибов. Ну, сейчас приблизительно я уже знаю, сколько будет 170 грамм. Тоже как бы на глаз, но проверим весами. Минус, все-таки ага. Лучше весами проверить. Так. Глаз может обмануть. Да, ну и соль на глаз сыпать как-то больно. Никогда не знаешь результат. Так, хорошо. Сколько? 110. О-о-о! То есть... вот нет, это мало. Угу. На всякий случай проверили. Так. Угу. Вот так, наверное. Давай. Вот так. Угу. 170 у нас. Да, 170. Получилось. Да. Угу. Сейчас меряем. 175 с ведёрком будет. Да. О, еще 150. Ха-ха.
Да, смотри-ка. Все, добавляй. Вот, пожалуйста. Да, вот же на глаз. Вот я на глаз так прикинула. Так вот. Вот так вот. Причем соли обычно берем крупную и не йодированную. Ну да, ну здесь очень важен момент, еще раз хочется повторить, что это для гарантированного результата. Вот. Да, чтобы мы знали, что у нас нормально засолится. Все, вот. И нормально, и будет хороший вкус. И причем из года в год одинаковый. А не так, что ой, в этом году, ой, удачно получил. Ой, а в этом году присолил. Да. Ну, вот как-то так. Так, хорошо. О, 170. И еще чуть-чуть надо на вес этой. Ну все, да? Да все, хватит. Ну ладно. Уговорил, хватит. Хорошо. Так, а теперь будем, собственно, солить. У меня приготовлена емкость для засолки. Ну вот я так прикинула, что где-то 10 литров достаточно будет. Ну да, если 3,40, да? 3,400 по весу. А по объему они где-то, вот отваренные грибы, где-то так же, как плотность, как у воды. Ну вот, примерно так. Да. Хорошо. Так, ну что, соль мы вот отмерили. Отмерили. Угу. И вот этот пакет солью вообще убираем с глаз долой, потому что иногда есть такое желание, вроде как маловато, вроде как добавить. Но мы уже знаем, что добавлять не надо, все уже отмерено. То есть, чтобы не было соблазна. Да. Все, хорошо. Вот, я в чешуйчатки кладу не только чеснок. Так. Ну вот видите, я почистила и довольно мелко нарезала. Угу. Ну кладу еще и смородиновый лист, и укроп для запаха. Ага, то есть вот эти зонтики этого укропа. Да. Сухие и лист смородины. Да. А вот еще иногда, да не иногда, вот спрашивали, а вот чеснок не закисает ли? А, вот это. Да. Вот есть такое устойчивое мнение, что чеснок якобы очень закисает, испортит грибы и так далее и тому подобное. Вот наш, опять же, десятилетний опыт показывает, что ничего абсолютно грибам не делается, а чеснок, наоборот, усиливает вкус гриба. Вот хорошо действует на грибы, и они более вкусные получаются. Так что чеснок мы смело кладем. Другие специи, у каждой хозяйки свой набор. Там кладут хрен, там перец, даже лавровый лист. Хотя я считаю, что чем больше специй, тем меньше вкуса самих грибов. Ну, в данном случае все-таки чешуйчатка. Ну, она, видите, как это, обладает своеобразным запахом, вот чтоб как-то. Как это? Для любого потребителя этот запах был вполне приемлемый, и мы его заменяем вот на запах специй. Угу. Хорошо, ладно. Ну, а теперь будем солить. Про специи сказали. Да. Вот такое ведёрко выбрали, где-то литра 4, ну, как раз поместится. Ну, а для этого просто берем грибы. Вот, пластик пищевой. Это, да. Вот здесь под тоже. Майонеза. Да, тоже возникают вопросы, почему вы в пластмассе. Вот. Ну, по современным ГОСТам для засоливания грибов описано именно посуда из пищевого пластика или из стекла. Керамика запрещена. Почему? Потому что глазурь, которая используется в производстве керамических изделий, она содержит тяжелые металлы. И это, ну, уже как такой устоявшийся факт. Вот. Деревянные бочки тоже хороши, но чистые.
в деревянных бочках тяжело обеспечивать чистоту и гигиену. Потому что если ты бочку используешь не первый раз, очень трудно ее отмыть. Очень. Да. Раньше пользовались деревянными бочками, ну, потому что другой тары не было. Да. Ее там, я даже помню в детстве, как бабушка запаривала эти бочки. Надо было туда воды горячей налить, бросить камень раскаленный, можжевельник, чтобы запах был вкусный. И эту процедуру проводят несколько раз. Да. Вот. Да, ну, пластиковые ведра. Вот у нас современно немножко. Берем просто. Ага. То есть я вот соли добавила, чесноку. Ага. И прям просто размешала. Ага. А если вот пластами, как некоторые делают? Ну, господи, ну нравится пластами, делайте пластами. Угу. Если хорошо. Результат хороший, так нормально. Угу. Я вот так делаю. Хорошо, ладно. То есть где-то вот 2-3 жмения и немножечко соли. Я обычно 4 кладу. А, вот так. А потом соль и чеснок и распределяю. Но у меня руки маленькие. А, в этом смысле. Ну да, вот я вот так вот кладу. Теперь чесноку. Вот, ну вот, ага, понятно. Вот, что еще про эту чешуйчатку говорят? Ну мы же объясняли, да, что... В ней найден очень интересный фермент, который подавляет какой-то процесс, он подавляет процесс отложения мочевой кислоты в суставах, то есть отложение солей. Да, отложение солей, так называемое. Вот. И на его основе делают вот лекарства от подагры. Ну это чисто лекарственная вещь. Что еще обнаружили? Что сырая, недоваренная, сырая или недоваренная, недоваренная чешуйчатка в некоторых случаях может вызывать галлюцинации. Стали исследовать. Да, есть такая меконовая обнаружили, кислота. Обнаружили там так называемую меконовую кислоту, которая находится в опиуме. Составляющая часть. Да, но это абсолютно непредсказуемо. Все зависит от местности, от погоды, от возраста, от возраста, наверное. Ну, в общем, много-много чего. Но такие эффекты были. С другой стороны, если она хорошо отварена, то никаких вопросов не там возникает. Вообще ничего. Вот. Ну, вот чуть-чуть. Я так чесноку-то порядочно кладу. Ну, больше, чем другие грибы. Почему я еще перемешиваю, что трудно ведь соль вот так вот прям насыпать, вот ровно-ровно. Именно столько, сколько надо вокруг. Ну, когда перемешаю, так... Не, ну понятно, когда оно будет стоять, оно потом размешается. Ну, оно все там пропитается, да. Конечно. В этом случае будет лучше. Хорошо. Быстрее пропитается. Ладно. Так, остатки. Вот. Еще наших зрителей иногда вот тоже коробит вот такое вот, как можно, грибы надо же укладывать. А вы слоями, просто, шляпками вниз. А вы просто берете вот, как-то неуважительно относитесь к грибам. Ну, когда там 3 гриба или 33, можно уважительно к ним относиться. Но когда... У тебя одно мочится, другое солится, третье ждет своей очереди. Давай, не отвлекайтесь, дорогая. Просто. И самое главное, что результат абсолютно от этого не зависит. Угу. Не, ну это чисто эстетические вещи такие. Ну, я не знаю, да как. А как ты уложишь круглые грибы вот, ровными слоями? Вот как? Ну. Если в стопочку... Так, такого диаметра нет у грибов. Хорошо. Так, замечательно. Остатки соли досыплю. Все, вот эту соль ты распределила да. на всю эту. Чесноку.
По сути, ведь все очень просто. Мы уже неоднократно этот процесс показывали. Да, это, в принципе, там одинаковый. Да. Ну, единственное, что вот здесь, в данном случае, мы используем вот эти специи. Укроп и смородину. И только лишь потому, что как-то свой природный запах чешуйчатки нам не сильно нравится. Вот. С другой стороны, когда и уже зимой ее открываешь и ешь, так и я, этого запаха вообще не чувствую. Хотя вот в ожидании, сейчас вдарит. Ничего не, он уходит во время вот соления. Но по сути ведь это еще очень важный момент. Это не соленые грибы. Солено-квашеные. А солено-квашеные. Вот еще интересный момент. Иногда говорят, вот они стали кисловатые. Они и должны быть кисловатые. Когда вы заквашиваете капусту, она ведь кисловатая. Или когда вы огурцы солите, не с уксусом, а просто соленые огурцы, они ведь тоже кисловатые. Потому что там происходит молочно-кислое брожение. И поэтому в процессе этой ферментации появляется такой кисловатый вкус. Вот то же самое происходит и с грибами. И они тогда и хранятся хорошо. Да, и консервантом является молочная кислота, да, которая возникает при вот молочно-кислом брожении. Был у меня такой опыт. Стояли грибы, солились на балконе. И было очень холодно. Ну, холодная осень выдалась. И когда я стала их раскладывать в банки, попробовала, какие-то невкусные. Что-то вообще невкусные. Оказалось, что надо было их еще доквасить. Вот я дня на два поставила в теплой комнате, они закисли. И вот тогда разложила, вот они стали вкусные. То есть на севере вот этот процесс заквашивания даже проводят так. Вот сделали грибы, и при комнатной температуре 2-3 дня они стоят, а потом выставляются в прохладное место. Но я сейчас делаю задом наперед этот процесс. Мы ведь не знаем, какая осень будет, там, какая температура. Поэтому вначале грибы засолены, поставлены, и стоят где-то 30-40 дней. После этого, когда раскладывают банки, я их пробую. И если такое чувство, что они мало заквасились, вот тогда я оставляю. На день, на два, на три. То есть, если не созрели. Не созрели. Тогда, значит, заносим в квартиру, и там они уже подогреваются, и начинается процесс. Процесс начнется, созреют грибы, и тогда уже можно будет и банки раскладывать. Так, хорошо. Я тут засолила. Так. Теперь тряпочку. Обычно либо льняную, либо хлопчатобумажную. Я уж тут померила. Для загнёток мы используем крышки, тарелки, даже подносы. Что под руку попадется, главное, чтобы это было как-то экологично. Не, деревянный кружочек хорошо, но деревянное надо делать. Делать надо и все такое. Хорошо. Пластмасса пищевая тоже идет в ход. Так. Вот эти края тряпочки. Внутрь ведра запихиваются, а иначе все тут начнет капать. Сейчас никакого сиропа, никакого рассола не видно. Это потому, что нет гнета. Для гнета, в принципе, можно использовать водички налить. Или банку вон с консервацией поставить. Или банку. У нас варенье. А нет, это мало будет. Вот такое. Такое. Из сливы варенье. Так, замечательно.
Вот. Все. Вот это нормально. И она постепенно будет оседать. И уже завтра мы посмотрим. Здесь появится. Появится сок. Сколько нужно вот это ферментироваться? Вареные грибы, ну где-то дней 15-20 достаточно. Потому что они вареные. Они уже готовы. Да. А вот когда солятся вымоченные грибы, они же сырыми солятся, там надо где-то дней 30-40. В зависимости от толщины грибов. Потому что если это сирушки, они довольно тоненькие. Я, например, больше всех люблю сирушки. А если это черный грусть, он толстый. Хорошо. Или желтый грусть, и там подольше надо. Хорошо, нет, вот в данном случае про чешуйчатку. Вот, в данном случае дней 20. Дней 20. Да. Ну, замечательно. Вот. Где хранить после вот этого? Ну, я уже говорила, что я выставляю в прохладное место. Где в квартире прохладное место? В обыкновенной квартире, где нет балкона. То есть где-нибудь около окна, но не у батареи, на полу. Вот такое прохладное место. Если есть балкон, на балконе или на лоджии, но нельзя замораживать грибы. Угу. Вот соленые, когда соль есть в грибах, они где-то до минус 2-3 спокойно стоят. Вот. А если ниже, чем минус 3, ну, сутки, ну, двое, не больше. А потом они начинают замерзать. А уже замерзшие, отмороженные, ну, оттаившие грибы просто невкусные. И не стоит так поступать. Опять же, это... Ну, это наша, как говорится, да. Некоторые, наоборот, говорят, ой, я замораживаю, потом топором отрубил кусок. Ну да, и съел. И съел. И хорошо. Значит, вот так вот чешуйчатка, чешуйчатая или чешуйчатка обыкновенная. В лесу встретили, срезали в хорошем состоянии они были, вот отварили, засолили. Да. А теперь будем... Теперь будем ждать. Когда они созреют, и тогда уже будем есть. Дегустировать. То, что касается, что пробовали мы, да, пробовали и соленые, и жареные. И можем сказать, что вполне достойный гриб. Угу. Хорошо. Ну все, вам да. Приятных заготовок. И всего доброго. Всего доброго.